Так, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой мы продолжим троллить друг друга. Да, ребята, всем привет, и спасибо вам большое за вашу активность в комментариях, вообще в лайках. Мы очень сильно благодарны, что вам понравилась данная рубрика, и, собственно, мы снимаем поэтому еще одну серию. Ребята, как обычно, ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите продолжения, если хотите видеть троллинг хоть каждый день. Мы с Жекой будем очень сильно рады, если вы также ставите комментарии, напишите, хотите вы продолжения или нет. А сейчас, Жека, будем начинать, да? А ты меня так не пугай. Кстати, это, я хотел сказать для своих зрителей, я не знаю, почему Эдисон мой скин и почему здесь два моих скина, я не понимаю, что происходит, вот. Ну, мои зрители, наверное, сейчас себя не поняли, потому что у меня все нормально, но, да ладно, все. Вот, так, короче, все, давай, тебе удачи и надеюсь, что ты меня затроллишь или я тебя... Посмотрим, давай, давай. Хорошо, давай, пока. Ребята, добро пожаловать в новую серию троллинга. Как обычно, вы просто офигеть. Супер, пупер, пупер, мупер, дупер. Какие-то молодцы. На прошлой серии мы набрали офигеть, как много лайков. Просто офигеть, как много лайков. За это, ребята, вам огромнейшее спасибо. Большое спасибо за вашу поддержку. Напишите в комментарии, хотите ли вы еще продолжение троллинга. И также поставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите, допустим, завтра видеть еще одну серию троллинга. Я очень буду этому рад. Да, а сейчас, ребята, будем что-то придумывать. Каждую серию у меня ноль идей, что мне строить. Я пока вообще не знаю, что мне сейчас строить. Но надеюсь то, что построю опять что-то годное и в очередной раз затроллю бедного Жеку. Сейчас, ребята, все будет. Ребята, ну в принципе первая ловушка у меня доделанная. То есть, что это будет? Это будет рубрика Find the button, то есть найди кнопочку. Что Жеке тут нужно будет делать? Вот в этом страшном-страшном лесу нужно найти нужную кнопочку. Кнопочка будет спрятана Вот тут. После того, как он ее найдет и нажмет, он тпхнется за пределы вот этих стен, вот сюда. Но на его пути будет много различных препятствий. То есть, ему нужно будет пройти вот куда-то сюда, потом туда. И каждый раз он будет наступать на какие-то блоки. Тем самым, то ли он ускорится в 10 раз и будет очень быстро передвигаться, то ли он станет слепым, то ли еще что-то. Поэтому, ребята, его задача станет еще намного сложнее, учитывая то, что какие ловушки я ему приготовил. То, кстати, ребята, тоже смотрите, что-то есть. Поэтому нужно Жеке быть внимательным, очень внимательным. Да, увидим, сможет ли он пройти мое вот это первое испытание. Ага. Следующая такая себе ловушка — это Тинти Ран. Тут, ребята, как видите, у меня действительно настоящий TNT-ран. Под этим находятся блоки TNT, он будет наступать на вот эти плиты, и TNT будет провалиться вниз. Но я ему дам задачу. Одна из вот этих плит тпхнет его в другое место, а именно вот сюда. Вы спросите, так он и сам может сюда выйти, что тут такого особенного? Не сможет, потому что, ребята, тут невидимые барьеры, он тупо не сможет выйти с этого мини-режима TNT-ран. Поэтому ему 100% нужно будет найти нужную нажимную плиту. А вот что будет дальше после Тинтирана, я пока еще сам не знаю. Поэтому, ребята, сейчас увидим и придумаем. Ну что, ребята, знаете что? У меня готовая финальная ловушка, финальный троллинг. Он хоть очень простенький, но зато очень увлекательный. После того, как он выйдет с Тинтирана, он появится вот тут и пойдет вот сюда, в эту комнату, где его ждут вот эти курицы. Сразу, как он войдет, ему дастся тошнота, то есть он будет очень плохо видеть. После того, как он зайдет вот сюда, в эту комнату, он увидит блоки. Блоки, ловушки, точнее не блоки, а сундуки. Обычные сундуки и сундуки ловушки. В обычных сундуках ничего не будет, в сундуках ловушках будет немного яиц. Но сундуки ловушки ничего не будут делать, они ничего не будут подрывать, просто как небольшой такой троллинг. Я ему скажу: Жека, чтоб ты прошел мой весь троллинг, тебе с помощью яиц нужно сбивать вот этих куриц. Яйца, конечно же, будут сталкивать куриц вот туда вниз. Каждая курица будет иметь свое определенное место. Каждая курица, когда упадет вниз, она нажмет на определенную плиту. После того, как курицы попадают вот сюда вниз, потому что, чтобы пройти троллинг, ему нужно будет сбить всех куриц. Как видите, ребята, все курицы попадают на плиты, и после того... Смотрите, что у него появится за спиной. У него появится за спиной много TNT, и выхода у него, в принципе, больше не будет. Я скажу: Жека, ты живодер конченый, нельзя курицу убивать. Ты хоть и прошел мое испытание, но все же я тебя затроллю, потому что но моих курочек трогать. Я тебе наказание за то, что всех куриц подкидывал вниз. И все, и Жеке, я хотел сказать жопа, но на самом деле так и будет. Жеке, жопа. Ждем, пока он достроит, и будем начинать.
Эх, ну шо, оппонент? Ну я достроил, а ты? Я тоже достроил. Знаешь, Эдисон, мне так непривычно, я смотрю на тебя и вижу себя. Ну давай, Жека, удиви меня в этот раз, просто удиви, хочу видеть большущий троллинг. Я понял, ты меня просто троллишь, да? То есть ты меня уже натроллил, я сейчас буду троллить самого себя. Да-да, ну всё, я тогда выиграл, заканчиваем серию. Не-не-не-не-не, проходи. Тебя ждет суровое испытание, но перед этим я хочу тебе кое-что сказать. Смотри, у меня есть как бы два уровня сложности. Нормальный и хард. Если хард, то ты нажимаешь F1. Если нормальный, то можешь так играть. А что меня заставит играть на харде? Не знаю, это уже твое решение. Ну, тогда я на нормальном буду играть, хорошо? Ну, хорошо, давай. Собственно, заходи и проходи мою карту, да, Эдисон. Что же ты будешь делать? О-о-о-о! Офигеть, так. Ну, ты так делаешь! В смысле, а как я это сделал вообще? Я тут лабиринт, ты, значит, трон! А ты что, реально лабиринт какой-то? А тут лабиринт есть какой-то! Подожди, а может это ловушка, типа, чтобы я сразу нашел на старте, а там жопа мне будет? Да, это ловушка, Эдисон, проходи мой лабиринт. Ой, иди ты нафиг, а что это такое? Сейчас, подожди, мне просто интересно, там реально лабиринт вот бесконечный из невидимых блоков, да? Да. И мне нужно было найти вот этот выход. Да. Лошок, ладно. А я случайно просто нажал. Так. Ой, не хочу я туда идти, если честно. Ну ты можешь, в принципе, туда не идти, у тебя есть еще выбор залезть на гору, там, может, что-нибудь там найдешь, я не знаю. Ага, Тинти найду. Ну ты поищи. Тут ничего нету, все, значит мне 100% сюда. Ух ты, ну, прям. Смотри, там я тебе скажу, лестница маленько поломалась, поэтому ты поосторожней будь. Это прям бункер, да, какой-то? Да, ты осторожней. Лестница просто старая, уже ей там так, алло, куда ты меня закатываешь? Все, можешь там оставаться. Ладно. Давай, иди. Ой-ой-ой. Так, все. Назад выхода нет. Я так и понял. Что тут алмазики делают? Я боюсь, что где-то пол с лавой будет. Ну, да не переживай. Ты лаву не слышишь, правильно, значит, лавы нету. Так, алло, не выключай мою. Так. Смотри, алмазики. По-моему, алмазики это хорошая вещь, да? Думаешь? Да, мне кажется, это явно хорошая штука. Мне кажется, нет, там ничего нету. Ну, ты подумай хорошенько. Возможно, алмазы тебе нужны, они тебе пригодятся. Мне кажется, нет. Так, нужно не выход, ладно, сейчас поищем, что и где тут. Давай. Я боюсь с этими алмазами сталкиваться. Так. Что ты даже как... ладно. Ой, ничего не взорвется. Ой, твою мать. Как ты это сделаешь? Я обосрался. Так, ладно. Ну ты молодец. В принципе, ты быстро нашел сундучок. Так. Что тут у нас такое? В принципе, все просто. То есть, видишь, у тебя есть дверка, ты открываешь ее и проходишь, да? Да, думаешь? Да, все просто, Эдисон. Все очень-очень просто. Ладно, я понял. И все? Ой, подожди. Мне кажется, ты что-то не продумал, Жек. Да нет, все продумал. Это все ресурсы для меня, да, как я понял? А что там? Вот, все, я забрал себе. Я даже не знал. Там ресурсов дофигища. Ну хорошо, можешь себе оставить, в принципе. Что ты думал? Ты какой-то слишком ловкий, знаешь? Так. Ну давай. Ой. Все мои, понимаешь, все ты мои испытания проходишь просто вот как-то непонятным образом. Идеально как-то. Так, мне кажется, Жека, давай. Рассказывай мне историю, что в левом туннеле, что в правом. Вот налево пойдешь, вот там... Смерть найдешь, и направо тоже, да? Ой, я не знаю, Эдисон, что там налево, что там направо. Вот ты куда любишь ходить? Я знаю, что ты любишь ходить налево. Мне кажется, нужно налево. Я послушный мальчик, я направо только хожу. Но, как я вижу... Не верьте ему, он только налево ходит. Неправда. Вот слева я вижу то, что дофига разгона. С правой стороны нету разгона. Ну, немного поменьше. Поэтому зарискую, пойду направо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, куда? Как покатался.
Все, это конец, Жека, или тут еще что-то? Нет, не конец. Нет, не конец. Ну ладно, я еще раз хочу прокатиться. Давай, поехали. Только не ломай мою карту, так. Так, а сейчас что? А где твоя вагонетка? А ну иди обратно за вагонеткой. Нету моей вагонетки. И как ее забрать? Ищи, Эдисон, ладно, так уж для тебя открою проход. Беги. Беги, забирай вагонетку. Эдисон в поисках вагонетки просто. Все. Давай. Ну, собственно, едь дальше. Да твою-то! Все? Или на этом все. Ну, а я обосрался немного, ладно. Знаешь, да, это больше какой-то не тролль-квест, а хоррор. Хоррор, реально. Найди то, найди это. Так, ладно, я думаю, можно будет перейти уже к твоей. Да, давай быстренько. Ой, ну, у меня сегодня день мини-игр будет. Поэтому день мини-игр? Да, день мини-игр. Жека, тебе нужно меня слушаться очень внимательно. Ну хорошо, так уж и быть. В этот раз я тебя послушаю второй раз. И заходи. Темный страшный лес, заходи. Жека, это известная всем мини-игра Find the Button. Но у меня, конечно, тут не только баттон, у меня тут есть и нажимные плиты, и все остальное. Поэтому тебе нужно найти именно то, что тебя отсюда вытащит. Так, ты баттон, я вижу зомби. Удачи, Жека. Спасибо, может, именно зомби тебя вытащит, а может, подойди к нему, поговори. А можно батон сразу? Батон? Организовать так. А это что такое? Что за дождевые плиты? Мне не нравятся. Ага. Ага, ну да, вот. Уже какой-то Слендермен начинается. Так, это что такое? Не знаю. Это что такое? Не знаю, может именно вот это тебя ты пэхнет, не? Не. Ой, мам дорогой. Ой, плющит. Подожди, я должен кнопку, да, найти, правильно? Не, я ж тебе сказал, может быть или кнопка, или нажимная плита. А, то есть не только батон. Да. Понял. А, мам дорогая. Ай-яй-яй. Бей его. Что происходит? Я уже... А, какой я быстрый. Так, я понял, нужно на лестницу. Да, ты на верном пути, Жека, на верном пути. А как тут... Как, что тут делать-то надо? Что, перепрыгнуть надо или что? Не знаю, может, а может тут ничего не надо? Может это... Не, ты ломать ничего не можешь! Я случайно. Включи гейммод 2. Я понял. А, в гейммод 2? Все. Не, Жека, ты не должен был вот это сломать, поэтому ты не можешь... А, все, я выключил. Так, то есть тут ничего нет, да? Чё? Там что-то есть внизу. Где? Там что-то есть. Да ничего там нету. Там какая-то... Я понял, они, может быть, невидимая какая-то кнопка. Не-не-не, это было бы слишком сложно, поэтому обычная... Ладно, дам подсказку, это кнопка. Это не нажимная плита, это кнопка. Ага, то есть она не невидимая. Она какая-то... обычная кнопка, только спрятанная. Очень хорошо. Но ты меня пугаешь. Она в этом лесу точно. Ой, этот сраный Дрейк меня пугает. Где-то я тебя потерял. Так, давай, ищи. Я убегаю, пока. Ой, что происходит, я в блок. Ой, это... Сначала, да, вернулся? Да. Я потерялся, Эдисон, у меня это, клаустрофобия, я боюсь замкнуть. Вы будете меня отсюда! Ищи. Ой, еще какая-то лестница. Не знаю, может там что-то есть, может там ничего нету. Твою мать, ты какой, что ты мне не то говоришь? Да, я тебе буду говорить, тепло или холодно, чтобы ты быстрее нашел. Хорошо, давай. Холодно. Прям вообще холодно. Прям вообще дубарь. Ага, а теперь? Вот сейчас немного теплее. Ага. Тепло, горячо, прям ёханый бабайка горячо. Так, есть какая-то кнопка. Вот прям... Нас уже тает, и прям ничего понять не могу, что происходит. Горячо. Сейчас жопу поджаришь себе, как горячо. Ой, теперь я ничего не вижу. Ну, спасибо. Вот это горячо-то, я понимаю. Ты где? Я тебя не вижу. Вот холодно, там холодно. Вот горячо. Я понял, подхожу к зомби, там горячо. Да. Возле зомби очень горячо. Там уже немного прохладнее, Жека. Так, вот тут где я прохладнее, да? Да. Ё-моё, да хватит! Горячо! Да где ты эту кнопку запихнул? Какую нафиг задницу? Понять не могу. Ладно, можно уже считать то, что ты затроллил, я тебе дам подсказку. Вот смотри, вот тут кнопка. Да как? Я вообще не заметил! Так, тихо! Стой, не иди туда. Жека, это Тинтиран. А я ничего не вижу. Ну сейчас, подожди, пока пройдет, или держи молочко. Так,
А тебе помог, сложно. Конечно, вот это пройти. Ну да ладно, Жека, это Тинтиран, но одна из этих нажимных плит тпхнет тебя в нужное место. Поэтому угадывай. Только будь осторожен с зомби, потому что он за тобой гоняться будет. А, то есть я типа должен по всему Тинтирану пробежаться? Ну не знаю, одна нажимная плита тебя тпхнет. Помогите! Ой, зомби упал. Ай, как же горячо было, ты пропустил ее. В смысле? О, все. Подсказочка сработала. Жека, финальное испытание. Стоять, финальное испытание. Хорошо, я понял. Ну, ты в тире бывал, да? Ну, мы бывали, да, мы помним ту историю. Мы помним ту историю, да. Вот у тебя сейчас будет тир. Тебе нужно сбить все мишени. Задача, в принципе, очень простая, поэтому давай вперед. Ну, я справлюсь, я уверен, что я справлюсь. Так, нажимаю на кнопочку. Не шатай. Да. Эдис, мне кажется, не шатай. О, а что, яйцами надо стрелять? Да, яйцами. Ну, сейчас, подожди, ты не даже не замечаешь, потому что ты в сундуке ловушки открываешь, там можно что-то да, делать. Да, я, знаешь, я уже после серии троллинга вообще не боюсь. Так, ладно, Жека, давай. Так, а подожди, а что мне делать? А, это у меня стимптирана осталось. Да. А мне нужно всех, да, сбить? Да. Ой, мандра. Ой, вот это мне не нравится. Я уже что-нибудь нажимаю. А, шатает, я ничего не понимаю. Я вообще не понимаю, куда я кидаю, понимаешь? Давай. Бей их, бей. Давай. Попади ты уже. Подожди, почему ТНТ строится? Мне это не нравится. Это я, это курицы. О, давай, последняя курица. Да, чтобы меня взорвали, да? Ну, вот я не хочу. Да нет, тебя не взорвут. Тебя просто... Сейчас тебе преподадут урок, Жека. Нехорошо курицу убивать. Ты же живодёр проклятый. Видишь, что с тобой курицы сделали? Видишь? А замуровали, демоны. Замуровали. Вот курица, вот видишь, нехорошо так с курицами поступает, Жека. Помогите. Ай-я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 й. Ой, пожалуй, это... Ой, господи. Мне понравилось, тебе понравилось. Ой, ну, день мини-игр у нас такое был. Да. Ой, ну... Ой, я падаю, помогите! Ты пэхай. Жека, я тебя жду на наших стульях, не выключай снег, мне кажется, отлично выглядит. Ты пэхайся. Да, новогоднее настроение, всё. Ой! В принципе, ребята, очередная серия подошла к концу, мне кажется, она была действительно веселой. И, Жека, что скажешь? Ой, ну знаете, ребята, я вот затроллен, как всегда, Эдисон, почти ну, затроллен. Да, почти затроллен. Ничего нового, в принципе, ничего нового. Но, ребят, как обычно, ставьте большие пальцы вверх, если хотите видеть новую серию троллинга как можно быстрее. Чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет серия. Да, Жека? Да, конечно, ребята, мы читаем все ваши комментарии, мы ценим все ваши лайки, так что спасибо вам большое, именно благодаря вам и выходит данная рубрика. Да, ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока, давай.